Здравствуйте! В этот вторник могут возникать какие-то недопонимания. Поэтому сегодня давать обещания и проводить важные встречи бессмысленно. Сегодняшние разговоры словно вилами по воде писаны. И в дальнейшем все будет не так, как вы договариваетесь. В такой день нужно просто плыть по течению, не пытаясь ничего начинать нового. Совет дня. Не принимать все близко к сердцу. Может даже возникнуть синдром отверженного. Но знайте, что это просто такой день. Посмотрите драму и поплачьте. Вторник подходит для занятия спортом, для творчества. Будьте внимательны на дороге, а еще, возможно, авария, связанная с водой. Берегите себя и до встречи завтра!